Микрорайон «Тихие зори» – такое новое явление у нас в Красноярске, когда во дворе практически каждой многоэтажки высятся многоуровневые парковки. Мы так давно этого ждали, казалось бы, наконец-то дождались цивилизации, столько мест, но при ближайшем рассмотрении все выглядит несколько иначе. Многоуровневые платные парковки в «Тихих зорях» не возле дворов, а вместо них. С одной стороны дома прогулочная зона с детскими площадками, а с другой – паркинг со шлагбаумом. Нет даже банального подъезда к парадным домам. Вот, вы вышли из своей парадной, здесь вот отличная пешеходная зона. Ну а дальше как, мы все привыкли? Приходишь на какую-то отведенную площадку, если занял место, потом сел и поехал. Здесь вы так не припаркуетесь. Вот это уже места платной парковки. Доставщиков люди встречают на улице, с мебельщиками еще сложнее. Нужно идти на поклон к бизнесменам. А вот эти антипарковочные столбики вдоль единственного проезда по микрорайону, говорит Александр, как пограничные столбы между его правом стоять у дома и парковочным рабством, цветущим в «Тихих зорях». Мужчина уверен, так жителей новых высоток насильно загоняют на платные места. Кто-то готов парковку платную купить, пускай покупает, как бы это же никого, никто никого не запрещает. А здесь получается, что те, кто не готовы купить ее, там или не хотят, да, у них выбора просто нет. Бесплатные места-то должны быть, дома огромные, дома, вот этот дом, 700 с лишним квартир. Столбики – дополнительные мучения для всех. Утром и вечером пробки и аварии, а вот так, например, разъезжаются экстренные и коммунальные авто. У жителей ощущение, что застройщики специально проектируют широченные тротуары и узкие проезды под свои будущие интересы. Ведь и дома строят, и парковками владеет, и домами управляет фактически одна команда. Да конкретно бизнес у них, и хочешь – бери, хочешь – не бери. Вот и все. Выбора нет. А какой выбор? Где ставить? Вот смотрите, даже здесь пеньки везде понатыкали. Ладно, мы-то на парковке, на крытой. Ну, от снега там не чистит, да, свои там. Ну, возле подъезда-то продают места. Да, вообще. Ну, уже возле, вы где-нибудь это видели вообще? Среди пользователей платных парковок тоже царит беспокойство. Многоуровневые стоянки в зорях, увы, не островок стабильности. Цены хозяева-монополисты повышают не первый раз. На въездах свежие объявления. Под крышей место теперь стоит 5000 рублей в месяц. Под открытым небом 3. И это без согрева и всякой охраны. Мы жили на взлетке до этого и платили 5000 за теплую парковку. А сейчас платим 5000 за холодную парковку. Договор вот этот вот, он дальше не пролонгируется. То есть продлить его нельзя по той сумме, уже будет по новой сумме. И говорят, что на полгода вроде потом только можно. Мы бы хотели, чтобы снизились стоимость просто парковки, если бесплатные даже, конечно, не станут, но чтобы снизились. Люди пытаются призвать на защиту пожарных, спасателей и коммунальщиков, чтобы освободить хотя бы проезды от оккупации платников. Но жилой комплекс чудесным образом проходит все проверки. Земля принадлежит частникам по закону. Сейчас, когда прокуратура подала в суд на застройщика и требует вернуть жителям право на бесплатные места, управляющий парковками предприниматель совершенно спокоен. Там же провели межевание, разделили придомовую территорию и территорию парковок. Отстреляли все репера, все кадастры, печати десятками обложено. Угу. Там уже от комар носа не подточит. Ну а так по-человечески грустно, что к подъездам нет подъезда. По-человечески? Ну, наше руководство не хочет. Нет такой формировки по-человечески, понимаете? Есть по закону. Тогда у людей возникают резонные вопросы к администрации города и к тем законам, на которые они опираются, разрешая такое строительство. Дом принимаем, и застройщик говорит, что вот у нас там где-то на соседнем участке, там или через два участка, да, там будет построена коммерческая парковка, то возникает вопрос, а почему мы вот эту коммерческую, какой-то коммерческий объект недвижимости, да, считаем вдруг за норму парковок вот для конкретного сдаваемого дома. Мне кажется, это по меньшей мере несправедливо, это в очередной раз вызывает вопросы к тем, кто принимает такие решения и кто их согласовывает. Опять же, возникает вопрос, каким образом фактически придомовая территория была отрезана для строительства частной многоуровневой парковки, на которой застройщик теперь зарабатывает деньги. Очень надеюсь, что суд будет справедливым и встанет на сторону жителей микрорайона «Тихие зори». Если шлагбаумы от въездов во дворы удастся сдвинуть хотя бы ко въездам в здание парковок, это немного, но облегчит жизнь жителям «Тихих зорь». А вот если победят застройщики, увы, такие же дворы без свободных мест размножатся в городе очень быстро. Анна Гейнц и Андрей Ткачук. Новости Прима.